Я всех приветствую на своем канале, продолжаем мы Black Mesa-очку нашу, все трясется, все разъебается, а мы, короче, идем в Кенком Бэй 3. Идем в Кенком Бэй 3, в прошлой серии убили большого монстра, сейчас встретили копа, и надеюсь, все будет лучше, чем было раньше. Забудь о Фримене, мы ограничиваемся понесенными убытками и отступаем. Все, кто останется внизу, теперь сами по себе. Повторяю, если вы еще не... Неразборчивые крики, выражающие обреченность. Ха, обречены все. Не бойся, не ссыкай, все нормально, я с тобой. Так, включай. Что-то я нажал, не знаю, но я всегда что-то нажимаю. Ух ты, бляха. Мы еще только что пропустили последний рейс. И надеюсь, ты привел с собой подмогу, умник. Потому что она нам понадобится. Чувак, никого не привел, а вот честно веришь? Сам сюда еле дошел. Давай убираться отсюда. Давай. Так там установка какая-то стоит, нет? Смотри. Ладно, только, чувак, подожди, давай я их убью их. А потом ты уже выйдешь. Одну минус. Сэр, вам предстоит перезарядить оружие. Я знаю. Вторую тоже минус. Пошли пока потихонечку, аккуратненько. Тут хедкраба убили, смотри. Хоть чем-то нам помогли. Эти охранники напотолочные. Ах ты, мразота! Главное, стоит такой, не знаю, за писюн держался, стоял, рассматривал писюн, даже нас не заметил. И потом такой, а, ну пришел, ну на тебе пару мух, такой, пись-пись, выдавил, короче, из себя. Тихо, Вартигон пришел. Револьвер, да... Я скопа убью такими темпами. Эй! Иди отсюда, не трогай копа. Я знаю, что выстрел хорош. Это же я стреляю. Блять, коп, извини, я случайно. Чё ты там встал под прицелом-то, под линией огня? А, сейчас всяко будет жив. Вместе со мной воскреснешь. Опять сирены слышно. Так, да что это я? Получается, я опять в это, сюда? А, ну ладно, хорошо. Допустим. Здорово, коп. Забудь о Фримене. А, это уже новая глава. Все, отлично. У нас новая глава, с чем я нас благополучно и поздравляю. Так, валим, как обычно, по накатанной схеме охранников. Хорош, коп, пошли. Да чё ты там базаришь, кучерява? Давай выходи уже за мной, пора идти двигать дальше. Сейчас Вартигон типа на приходит. По нашу жопу. Ты этого хочешь? Я не хочу как-то. Ах ты, мразь! Пошел нахуй! Тут появится один. Отвали. На, мразь! Блин, двойной залп его не взял. Тихонько. Чего так много появляется? Ух ты, блин, а откуда кто? Сзади, наверное, кто был. Тут засада, короче, по полной, пацаны. Ладно. Ладно, я понял то, что ничего не понял. Понял, что это у нас глава, забудь о Фримене. Идет очень потное начало этой главы. Это не очень хорошо. Как же забыть тут о Фримене, когда не дают забыть? А что это я включаю, если, короче говоря, я и без вот этой херни... А, это я эту охрану включаю, я так понимаю. Так, подожди, это же моя, наверное, это же мои пацаны, мои братюни, да? Они меня будут трогать или не будут? Пацаны, я свой, если что. А, так это мои охранники, а я их поубивал. Дебил. Наоборот, они нам с Вартигонтами сейчас знатно помогут разобраться-то. Зачем их было трогать? Иди не цвыркай тут своим писюном. Аккуратненько. Валите. Хорош. Сейчас братаны помогут. Братаны, стреляем. Давай-давай, братаны. О, вот полевые пацаны. Хорош. Затащили. Смотри, как нам классно помогают. Я, блин, моя проблема была в том, что я по ошибке их убил. Этих охранников. В итоге мы нихера не затащили. Мы, конечно, могли затащить и без их помощи, но это было бы сложно. Так.
Тех ящиках, походу, ничего нет, но надо проверить. Лучше всего, потому что, возможно, там будут ракеты. Не, нихера. Коп, пошли. Идем дальше. Что за дела творятся? Что это такое? Что это за мясо висит? Ты знал, что они разрабатывают такие штуки? Такие. Что вот это такое? Вот мне вот это лучше скажи. Что это за дерьмо? Откуда я знаю? Я сам хочу спросить у тебя. Думал, ты знаешь. Это, наверное, вартигонтовское дерьмо. Кайлалан. Я дам Кайлалан, блядь. Хуйлалан. Ты. Давай, папаша. Хорош. Блин, револьвер только тратится. Их тут так много, этих вартигонтов, смотри. На каждом шагу прям. О, автоматчика покосили. Хорош, молодцы, ребята. Мне нравится то, что автоматчики уже уехали наконец-то отсюда. И, скорее всего, их больше тут не будет. А, нам, скорее всего, мне кажется, надо будет в этот люк, да, лезть? Или что, куда? Походу, да. Чувак, подожди, пока я уйду с твоей дороги, док. Да я и так вроде как жду. А, давай посмотрим, что здесь. Сохранюсь, а то вдруг оно мне сдачи даст. Фу. А, это Олей с этими чувачками. О, чувак. О, пацаны, не надо. Эй, машины, прикройте меня. Прикройте, за мной тут гонятся. Давай, стреляйте, пацаны. Стреляйте по ним, стреляйте. Стреляйте по братанам. Братаны, я же вами пользовался, вы чё? Аня, ты нас использовал, скотина. Ты нас трогал, ты нас брал в свои грязные руки. Ты перед руками держался за письмом, а потом брал нас. Ты нас использовал, за это мы тебя убьем. Понятно, что они обиделись на меня. Тихо. Знаете, вам вот так. Да, блядь, да заебал ты своими мухами стрелять. Тихонько. Вот тут тоже сейчас пацаны навыбегают. Блин, копа, конечно, жалко. Копа убили. Можно было, конечно, переиграть и чтобы он это, чтобы он выжил и его тут сюда за собой еще протащить, но... Но нет, ладно. Хер с ним. Хер бы и с ним. Ох, ну чё? Ой, пацаны, сейчас навыбегали. Да идите вы нахер от меня, я меткий стрелок, между прочим. А, испугались? Кто там еще? Блять. Да, твою мать, да что такое происходит? Куда ты мухами в стену стреляешь? Сука, блядь, дай перезаражусь! Скотина. Чуть не убил. Так, во-первых, мне кажется, что вот эта точка, куда нам надо было прийти. А смотри, вартигонты вводят эту кровную дружбу с этими. С хедкрабами. Как-то не знаю. Что у них общего-то есть? Же разные подвиды монстров. Почему они дружат? И вообще, что вот это вот за ход? Давай сохранимся и нырнем туда. Чисто на разведку. Так, понятно все, ребята. Ну и где эти машины? А, вон одна стоит, вижу. Че ж вы хедкрабов-то не стреляете, когда они тут ползают? Почему же вы по ним не стреляете, а по мне стреляете? Как так? Давно уже пистолетом не пользовался. Против этих говноедов. Ах ты, сука. Иди сюда, моя голова не для твоего анала. А че оно стоит? Ист, вест. Ист, вест. Какие-то канализации здесь. Так и там проход, самое главное, что есть. И тут проход есть. И в какой проход нам лезть в первую очередь, я пока в душе не ебу. А там он барнакл, между прочим. Что стережет собака. А. Что-то мне кажется. А, ну вот. Что это нам даст? Это нам даст броню. Ну, в принципе, это хорошо. Дверь тут, естественно же, не открывается. Тут тоже зарешочено все.
А, ну вот это и все, ради чего можно было. Ну, конечно, это стоило того, чтобы сюда прийти, потому что броня, во-первых, на дороге не валяется сейчас. А теперь вопрос. На миллион. Как вы... А, я вышел, все. Вопрос отпал. Тогда, в принципе, ну, тут я понимаю, что мы все уже вроде как разнюхали, разведали. Можно отсюда выбираться и идти туда, где были пехотинцы. На самом деле это круто, что есть такие иногда побочные территории, куда можно заглянуть, и там вдруг будет броня, там явно, там всегда вот в таких вот побочных ответвлениях от основного пути всегда есть что-то полезное, что можно подцепить и тем самым повысить себе защиту, здоровье, там, не знаю, патронов добавить. Это круто, это продумано. То есть тебя тут игра как бы побуждает исследовать. То есть не просто, что ты бездумно ебалом своим пробиваешься стены, бежишь только по одному пути вперед. А реально надо еще и смотреть по сторонам, и типа есть какая-то побочечка, то надо ее разведать, проверить. Так. Это если взорву, что будет? Ничего хорошего, наверное. То у меня здоровья маловато. Броня еще ладно, но здоровье как-то не знаю. Опасно мы сейчас. Играем с огнем. А вот, кстати, есть аптечечка. Спасибо тебе, коп, за такую подгонку. Но нам, походу, сюда надо прыгать. По-любому. О! Пацанов нашел, смотри! Хе-хе, пацанов нашел! Пацаны! Сколько вас? 15! Отлично, пацаны, все. Я вас пока выпускать не буду. Гуляйтесь там, балуйтесь. Блин, еще одного пацана оставил. Ну, блин, пацан, ну извини. Так, а подожди, а куда теперь? А что теперь делать? Скорее всего, надо вот эту херню взорвать, нет? Ну, взорвись. Что-то оно нихера нам не помогло. Что-то где-то мы тут пропускаем, упускаем. Ну что? Вот сюда я пришел за пацанами. Это я хорошо, это я понял. А может еще куда-то можно подняться? Тут так больше же некуда, только потолком проебать голову. Точнее, головой потолок. И потолком голову тоже. Что же тут мы упускаем-то? Или все-таки тут что-то взорвал? Так нет же ж. Зачем тогда я сюда шел? Вот в чем вопрос. На миллиоз. Вообще ничего тут нет, смотри. Толку от этого помещения сейчас. Что охраняли пехотинцы вартигонтов? Там же ж я походил. Двери там не открывались. Не открывались же? Ну не открывались, походу. Ай, блин, ненавижу головоломки в играх. Шутерах, точнее. В играх-то ладно, но не в халфе. Зачем в халфе головоломки? Что мне тут искать? Где тут? Что? Куда идти? Я ебу. Куда? Скажите мне, куда? Может, вот это повзрывать нахуй? Конечно. Что-то мы явно упускаем здесь. Что мы тут упускаем? Что мы можем упускать? Вот, комплекс лямбда. Нам сюда по-любому надо, но дверь не открывается. А почему она не открывается? Потому что где-то есть кнопка, которую, скорее всего, надо нажать. Не взрывается? Нет, нет. А, как все сложно. Сюда, кстати, я еще не нырял, но толку, мне кажется, смысла тут особо нету. Но не знаю, поплаваем пока, а что бы не поплавать-то? Нет. Нихера тут особо такого нет. Ладно, короче, давайте опять-таки мы сгоняем сюда вниз. У меня такое предчувствие, что я где-то тут что-то я пропустил. Наверное, тут что-то где-то надо было нажать. Тут же ж недаром тут тоже охранная система стояла. Автоматчики что-то охраняли. А что они могли охранять? И как, кстати говоря, попасть на вот этот верх? Вот туда попасть как? East, East. West. Ну да, конечно, много нам дал этот разбитый... А, нет, дал разбитый ящик, дал мне здоровье. А что я его сразу не разбил?
Ну это ладно, это я еще могу понять. Да куда? Абсолютно сейчас вообще не вкуриваю. Серьезно. Ну нет. Чё такое? Чё происходит? Куда идти? Подожди, а вот это что? Блядь. Ага, получил по еблету. Красавчик такой думал. Думал, я тебя не заметил. Так, да смотри, тут, оказывается, был поворот, а я его пропустил. Ну и ничего страшного, зато я вернулся еще туда, я там насобирал пацанов, пополнил запас. И теперь пришел все... Ой, вылазь отсюда, вылазь, блядь! Лестница, вылазь! Пополнил я здоровье, пополнил. А теперь вообще брони нет. С одного только укуса. Ихтиозавр сраный. Ах ты, гондон, караулил меня здесь. Он меня тут караулил, собака. Давай сохранимся, уже похуй. Где он? Собака. Стреляй по нему. Убил? Убил? А, нет, не убил! Я думал, он все, уже сдох, а он не сдох. А теперь сдох. 40%. 40%. Охренеть, что происходит-то? А он же, когда убиваешь, он же брюхом кверху всплывает. А он не всплыл сейчас. Еще я такой дурак, блядь. Сам себя пережёвывал. Так, ладно, короче, давай забираемся на лестницу. Сейчас быстренько забираемся на лестницу. Идем туда, где у нас что-то там светилось. Чё, да где-то не сюда. А куда? А как? А как мне сюда попасть? Вы издеваетесь надо мной, нет? Что происходит? Какие-то лабиринты, ёб твою мать. Я ненавижу вот эти лабиринты. Зачем тогда нам надо было в воду прыгать? Тут какая-то есть лестница. Как на эту лестницу попасть? Ну, хоть броню забрал. И то хорошо. Щекой нацепил. Охуеть. Забудь о Фримане, говорят. По-моему, тут уже про Фримана все забыли. Фриман пропал, какие-то ебени полез. А, ну так а подожди, а вот это? Ну господи, что я сегодня вообще куда-то тыкаюсь, не понять куда. Потом говорю, что все пропало, я пропал, где выход? Тут меня подогрели. А что меня подогревают? Я не понял. Закрою эту хуйню. Нет, нельзя закрыть. Так хоть тогда прыгай как-то, не знаю. Фриман, что ты делаешь? Прыгай. Вот. Тут я пройду. Жесть какая-то творится здесь, пацаны. Это все, что я могу сказать. Какие-то мясорубки. Здоровья нет. А! Это уже просто вишенка на тортике. Обосраться. И не встать. Так. Где это рыло свиное? Ах ты, сука! Не грызись! Шел вон. Ушел вон. Medical assistance. Да что мне ваш морфий? Не помогает нихера. Мне надо уже что-то помощнее. Так, давай, пока свет в татушу, давай пока сохранимся, сейчас будет жопа. А, тихо-тихо-тихо. Аккуратно, не поджигать нас. Тихонечко. Идем сюда. На, собака, сожри дроби. Фу, какой ты некрасивый и страшный. Так, давай дальше. Какие-то, блин, коллекторы тут непонятные. Канализационные. Так, давай. Очень осторожно сейчас. Очень аккуратно. Давай, 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 Фриман, давай, 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 родимый. Так. Смотри. Тут где-то стоят охотники. И автоматчики здесь. Не все еще, падлы, уехали, эвакуировались. Не все. Ну, конечно. У них же пока всех эвакуируешь, и вертушек не хватит. Давай сделаем вот так. О! Автоматчика взорвал. Охотника надо убить как-то. А, все? Двух охранников одним выстрелом? А как так? А, он, наверное, за ним один стоял. Это такой упал.
наклонился и того толкнул. Тут такой, чуть толкаюсь, и умер тоже вместе с ним. Так. Уже вырисовывается какая-то более-менее интересная картина здесь, я смотрю. Уже то, что вырисовывается, то мне нравится, в принципе. О, сохранимся сразу. Можно и жить. Тут лестница. Блин, лестницы так маскируют. Опять я на улицу лезу, да? Стопутняк сейчас на улицу вылезу. Тихонько. Ну что, твари? А? Забыли о Фримене? Я сейчас о себе напомню. Смотри, стрелы, патроны, рюкзаки, здоровье. А в честь чего это, ребята? Что за праздник сегодня вообще происходит? Что такое? Броня, ты смотри, что происходит. Может, я уже в эту, в лямбду попал? Или опять эта здоровая херня? Третья по счету уже в игре, нет? Кто же может так бедных порвать? И автоматчиков, смотри, точно она. И пехотинцев вартигонтов разъебать. Это 100% она. Ну, а куда выйти? Кудой? Алло. Куда идти? Там он какой-то вентиль можно повернуть. Но вопрос, как туда попасть? Эй! Опять они с меня издеваются, опять они хотят, чтобы я какой-то путь искал. Чувак, братёня, расскажи. Фу, блин, какой-то вонючий, страшный. Как вы это, докатились до такой жизни? Кто вас убил всех? Может, нам туда как-то надо попасть? А, вот же ж! Господи. Ух ты, ёб твою мать. Обосрись. Пацаны улепетывают. А пацаны валят. Их они все пацаны валят. Есть такие пацаны, что отбиваются. Недаром нам сейчас здоровье кидали. Сейчас будет валка такая только в путь. Тихо, граната. Не достанешь меня. Валите, автоматчики, вам тут места нет. Да спокойно, раскидались. Да хорош кидаться, ну. Где ты там, я тебя сейчас найду. Да хватит уже, сколько у вас там гранат. Ах ты ж, зараза. Вижу, вижу. Вот ты борзый, как близко подходит. Оборзел, у него, наверное, дробовик. Ну, естественно. Хорош там кидаться, сейчас обратно получите. Поймаю, обратно выкину. Тихо, тихо, тихо. Блин, сколько там в атаку прям бегут. Там танк! Там не просто автоматчики, там целый танк. А чего бы нам еще дали столько патронов и ракет? Потому что там, мать его, танк. Блять. Все, пацаны. А, не, еще не все. Еще не все, зараза, еще не все. А я могу здоровье обратно забрать? Не могу? Нет, не могу. Блин, так под танк, конечно, я попал под удар. Очень нехорошо попал. Очень подло было. Со стороны танка. Так, дай арбалет. Что очень далеко. Бляха! Музыка, конечно, мощная. Где они палят? Блять. Да выйди ты, блядь, выйди нормально, встань. Болтов на вас не хватит. Сейчас не дай бог просрать здесь, не дай бог просрать. Да ну встань ты на одном месте, мудила. Бля, нас цепануло. Тихо. Ну и где они? Там, походу, кто-то за установкой стоит. А это еще вдвойне опаснее. Тихо, хорош. Сохранись.
отлично, как я хорошо съел. Блин, где? Кто там херачит? Не видно же никого. Вон там только одного вижу. И капрал, походу, стоит. Вот это капрал, нет? Кто такой? Капрал, сто пудов. Я по шапке сразу узнал, что это капрал. Блять. Да все тебе хана, капрал. Можешь даже не бегать. Твоя судьба уже предрешена. Давай, давай, давай. Ложись. А ты, пацан, кого там ищешь? Он бегает, как не знаю, как будто обосравшийся. Тупо спины свои открывают. Не целятся нормально, короче. Пацаны, да хорош, когда вы уже, блин, все кончитесь. Я на вас только автомат просрал. Я на вас просрал автомат. Сейчас, короче, будем вот так делать. Вы меня просто задолбали уже, все. А мухи-то самонаводящиеся, от них хер убежишь. А еще мне кажется, нам помогут пацаны. А ну, пацаны. Давай, 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 давай. Давай, давай, пацаны. Ловите их там всех. Жрите их. А? Как вам это понравится? Смотри, смотри. Затем побежали, затем побежали. Пошли, наверное, посмотрим на этот цирк. А, там еще жив. Блин, автомата у меня же нет, я забыл. Что происходит? Что, гранату кидают? А то я так один раз уже подорвался, не заметил. Тут лучше перебегать. А чё, пацаны их не убили? Чё за дичь? Блять, какого чёрта, как их убить? Что здесь происходит-то, а? А почему я по нему попадаю, он не убивается? В смысле, как так? Этот чувак не убивается, я тебе отвечаю. Я же не пизжу, смотри. Куда ты побежал, дай покажу. Что творится? Сюда пришел. О, хорош, минус. Смотри, он этот не убивается. Блядь! Как ты тут оказался? Да ты мразь. Вы что, издеваете? Вы на приколе? Минус. Здоровье! Фух. Все, сейчас вам пизда, ребята. У меня уже конкретно вывели из себя, я тебе отвечаю. У меня вывели из себя. На. Сдохни. Мне 26%. Таска. Мы, конечно, можем сейчас быстренько пробежаться, там были эти наборы брони, позабирать. Тихонько, аккуратно. Как вот то забрать? Тихо-тихо-тихо-тихо. Тут ракеты, тут еще здоровье есть. Тут еще, смотри, есть. Хорош, смотри! Целый арсенал. Сохранись. А вот этот неубиваемый гондон, как его убить? Что с ним делать? А по нам-то он попадает. Вот в чем вопрос. Все, убили всех. Ну, я реально не понимаю, почему я стрелял из арбалета со всего, чего только можно. Сдалека по нему стрелял, а он не умирал, блядь. Почему он не умирал? Как так? Ну, я не знаю, я думал, тут намного хуже все будет. А оказалось, что мы еще так классно вытащили. И у нас 100% здоровья и 40% брони. Так прям вообще это подарок свыше, я считаю. Да, вот это вот, конечно, вот это вот открытое пространство, такая территория. Боевая зона, можно сказать, была сложной, была потной. Но не для нас. Не для нас мы затащили. Я так смотрю, что мы уже, смотри, почти возле лямбда-комплекса. Можно сказать, на задворках. Остается только внутрь пробраться. О, пацаны, давайте торпить его, пацаны. Давайте вместе, все собрались вдвоем, троем, четвером. Сколько вас там? Щемите их, мудаков, за то, что потревожили ваше жилище.
взрывались, бедняги. А что ты тут заховался? Я ж тут тебя трогать не буду. Нахуй ты мне тут надо? Конечно, я тебя трону. Просто... А, тут дверь открывалась. Он охранял. Ну, он же охранник. Я сперва спутал, ручку не заметил. Думал, тут дверь, которая не открывается. Тогда все правильно. Тогда хорошо, пацан. Ты там стоял, там охранял. Все засчитано. Зачем, ребята? Зачем так облегчать мне игру? Зачем мне ваши аптечки, ваши подачки? У меня все есть. Я ни в чем не нуждаюсь, я играю хорошо. Можно было уровень даже сложный, самый сложный поставить. Походу уровень же не выбирается. Вроде как. Лифт. И куда он нас приведет? О, куда-то мы вниз едем. Может уже реально комплекс Лямбда? Слишком аж низко. Радиация. Стопудово радиация. Экран начинает рябить. О, не-не-не-не-не-не-не. Ну вы хотите, чтобы я туда лез? Я с другой стороны. Это знаешь, что означает? Означает одно. А, я могу вот так пробраться. Это означает то, что скорее всего мы тут встретим тех братюнь, по которым давно уже соскучились. А именно, кого вы думаете? Булсквидов, конечно же. Если их, конечно, тут еще все, всех автоматчики не выкосили. Ну, автоматчики, скорее всего, не рискуют соваться в эту радиацию. Ты видишь, что по трубам она течет. Она тут течет по трубам, тупо. Поэтому мне кажется, что булксвиды тут живут и процветают. Но да посмотрим. Вообще, смотри, как мы пополняемся просто. Красиво только в путь. Нет, тут автоматчики всех выкосили, смотри. Всех поубивали, твари. Зря надеялся на булсквидов, нету их тут. Да бляха, муха! Как же вы меня надоели уже. Там один был, нет, и вас много. Ну это, походу, один был. Там он что-то мне, походу, ход какой-то прорвал. Пошли посмотрим, что там. Опять радиация. А, куда? И что? Хорошо. Ну, я согласен, конечно, но куда? Кнопка, что ли? Так нет. Может, надо это взорвать? Оно не взрывается. Вроде как. Ну, давай кинем гранату. Или. Знаешь, что делаем? Или вот так сделаем. Нихерище. Но что-то мне подсказывает, что нам надо куда-то туда наверх, нет? Очень может даже быть. Бляха. А, не, подожди, туда нам точно не надо. Есть вентиляционное отверстие, которое мы благополучно пропустили. Нам надо отсюда. Так. Ну, все как обычно по старой схеме. Вартигонты против автоматчиков. Кто победит? Автоматчики защищаются. Защищают свой танк. Прикрываются за ним. Танк берет оборону на себя. Танк увидел нас, и нам, походу, сейчас гайки будут. Танк, извини, конечно, я тебя... Ёб твою мать. Сука. Извиняюсь, я дико извиняюсь. Тут не было антиздоровья, нет? Это отстой просто пидорский какой-то. Зачем я так сделал? Блин, я-то надеялся, что оно пролетит через это отверстие. Оно нихера не пролетело и нас еще приебашило чуть-чуть. Пускай там воюют, пока не воюют, я сейчас быстро танк убью. Пока я танк убью вот этим оружием. А, танку хана или что? Танку хана. А, то есть я его взорвал, еще и себя чуть. Меня, наверное, взорвал все-таки немножко взрыв танка. Взорвал взрыв танка, говорю. Задел взрыв танками. Тихо, пацаны. Как оно их быстро ложит, этих вартигонтов. Кто там у нас? Такой умный. Пехотинец. Капец, пехотинца долго. Все, да хорош.
Задолбали, вот честно, меня задолбали. Все? Нет, не все. Куда ты убегаешь? Ты же пехотинец. Народ свой не позорь. Так, ребята, дайте еще брони, дайте еще здоровья. Я вам тоже... О, здоровье. Хорош. А брони? Я брони тоже просил, как бы. А броня сейчас 100 пудов будет в ящиках, я тебе отвечаю. Игра не может нас бросить на произвол судьбы. Она нам сейчас подарит броню. Игра, вот ты скажи, я прав. Я прав, я точно знаю, что ты у нас заботливая, и ты нам подаришь броню вот в этих ящиках. Ну, ладно, здоровье тоже сгодится. Здоровье тоже пойдет. Тоже покатит. Так, а тут что? Вообще, куда все эти ходы ведут? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, нехорошо как получилось сейчас. Нате. Охранники, мать их. Чего вы там охраняете, а? Обосраться, охранник. Блин, стволка закончилась. Но у меня есть граната. Поэтому лови. Все. Чего вы там так, слышишь, плотненько охраняли? Давай сперва убедимся, что мы тут все забрали в этой локации, потому что, мне кажется, тут мы что-то пропускаем, и там что-то светится, скорее всего, броня. А это она и есть. А это она и есть, я тебе что говорил. Забирай меня скорей. Ставь меня свой бронежилет. Как-то все равно маловато. Сейчас же нам ее покосят-то быстро. Я же их знаю, твари, сейчас высинусь со угла на тебя, хопа. И брони на 5-0%. Ладно, тут походу все. Те кнопки, вряд ли они тут нам что-то помогут. Скорее всего, тут нихера не откроем мы. Поэтому предлагаю двигать дальше. Тоже нихера. Что-то же они тут охраняли, эти гады. Надо только понять, что. Может, это реально ученые поставили, как этот, как охрана прохода в этот, в лямбда. Хотя нет, это не ученые, потому что ученые такое хер додумают запоставить. Эти машины же этих автоматчиков. Вот еще куча, смотри, тут запасные. Они, скорее всего, реально в лямбда проход это охраняют. И вот за этой дверью, мне кажется, уже будет комплекс. Ну-ка. Лямбда, да! Мы пришли. Пришли, пришли, наконец-то! С чем я нас и поздравляю, поэтому давайте мы на этой торжественной, так сказать, торжественной ноте серию закончим. Следующую уже начнем с комплекса лямбда, и там уже рукой подать до мира Зен и конца игры. А пока что оставайтесь с нами, подписываемся, ставим пальцы вверх. Удачи, всем до новых встреч, всем пока.